Приветствую на моем канале. Получил я вчера вот такую вот красоту. Айговские блины от Studevox. Ну, что сказать, смотрится, конечно, классно. Не могу сказать, что всех такой цвет устроит, но мне, например, очень нравится. Давайте посмотрим поближе. Ну, качество изготовления очень хорошее. Замочек из алюминия. Вот что мне больше всего понравилось, что здесь вот отверстие такое, ну, я бы его назвал многозубое, что ли. Вот это отверстие, оно позволяет достаточно плотно посадить блин на подкатушечник. Вот в предыдущем видео я говорил немножко про блины, про то, что в частности, допустим, под штудер, под ревокс. А вот здесь должны находиться специальные такие выступающие штифты, которые входят вот в эти вот посадочные отверстия. И, честно говоря, когда я выбирал вот эти блины, а у производителя, в общем-то, модель 807 штудера в описании отсутствовало. То есть там 80-й, 20-й, 12-й и так далее. И вот я переживал, насколько будет хорошая посадка. Но на самом деле, давайте посмотрим на левый вот этот блин. Сидит очень плотно. Ну, знаете, люфта я не ощущаю вообще. Крутится хорошо. Ну и, собственно говоря, замком Трайдента прекрасно сам их замок фиксируется. В общем, пока мне понравилось, давайте попробуем поставить ленту и посмотреть эти блинчики в работе. Кстати, вот, на мой взгляд, то, о чем я говорил, происходит именно за счет вот этой вот такой многозубчатой конструкции. То есть на подкатушечнике, на основании трехлопастное, когда мы его ставим, лопасти Трайдента достаточно плотно входят вот сюда, в эти вот отверстия. Может быть, они их даже слегка раздвигают. Но я не буду пробовать их отогнуть. Но это способствует тому, что посадка блина происходит достаточно плотно. Вот, поставили. Все, люфта нет. Зафиксировали. Есть пазы, кстати, под Трайдент. И посмотрим, как это будет работать с лентой. Ну вот, ленту установили. Я немножко подмотал, чтобы можно было проверить перемотку в обе стороны. Давайте посмотрим, как будет работать. Сначала при проигрывании. Звук, наверное, лучше нам убавить. А то нас могут заблокировать. Но, видите, проигрывается без посторонних шумов. Люфта нет. Никаких посторонних стуков не слышно. Посмотрим, как будет работать перемотка. Ну, прекрасно. Прекрасно работает перемотка. Не шумит. Останавливаем. Кстати, можно обратить внимание, что, конечно, небольшой след остался, где мы остановили. Но лента кладется очень хорошо. Попробуем в другую сторону. Ну, а здесь чуть-чуть застучало. Но я думаю, это сейчас пройдет. Вначале такое бывает. Посмотрим, как кладет ленту. Ну, что сказать, кладет ленту просто изумительно. Без лесенок. Ровно.
В общем, мне эти блины очень понравились. Рекомендую. Ну и в конце видео хотел бы показать немножко для меня удивительную вещь относительно вот этих блинчиков от Studevox. Я попробовал их поставить на Ampex, на котором, как вы видите, подкатушечник под цангу. Есть только основание трехлопастное и дальше такой толстенький штифт. То есть, соответственно, замка Trident'а нет и зафиксировать, собственно, сам замок аэговский по сути нечем. То есть он будет болтаться. Но я, в общем-то, все равно попробовал поставить ленту. Ну, для начала попробовал поставить, собственно, сам блин. И должен сказать, что, опять же, благодаря вот этой вот конструкции, так многозубчатой, да, посадка блина на подкатушечник меня очень удивила. То есть сажается очень плотно. То есть практически создается впечатление, что его чем-то зафиксировали. Ну, центровка, конечно, требует определенного навыка. То есть его надо достаточно плотно посадить на подкатушечник. Но в целом, как это выглядит на Ampex, посмотрите, достаточно симпатично. Мне очень нравится. Так что рекомендую данные блины покупки еще раз. Всем хорошего звука!